Приветствую вас, друзья! Это канал Откровения, канал о вере в Иисуса Христа и в Его спасение. Хочу напомнить, что в прошлой программе рассматривалась тема Тысячелетнего Царства Иисуса Христа, которое будет установлено уже после Его второго пришествия. В размышлениях над этой темой говорилось, что смертная природа Адама будет действовать в людях до этого времени, до второго пришествия, а с наступлением седьмого тысячелетия, как нового времени и нового века, во всех Христовых начнет действовать уже ожившая, духовная природа Христа. Ведь Павел говорит, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Первенец – Христос, потом Христовы в пришествии Его. Перед наступлением тысячи лет произойдет первое воскресение всех Христовых, всех, о ком сказано в 20 главе книги Откровения. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет. И вы знаете, чем больше я думаю об этом, тем больше внутренне утверждаюсь в том, что царство это – тысячелетнее царство Мессии будет не плотским, физическим, но духовным. Ведь оживший Иисус, воскрешенный из мертвых для вечной жизни, победивший смерть, представал перед своими учениками в духовном, прославленном теле. И к Отцу Он взошел в духовном, прославленном теле. И слова Павла, и слова Откровения о том, что Христовы оживут, говорят именно о воскресении и об изменении всех Христовых в подобное Ему духовное состояние. Тела всех участников первого воскресения станут духовными перед наступлением тысячелетнего Царства Христа. И только в таком состоянии можно будет войти в это Его особое тысячелетнее Царство, в Царство Мессии. Как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Потому что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Павел стремился достичь воскресения и говорил, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Речь здесь именно о первом воскресении. И дальше. Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. И что Господь уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. И раз Царство Божие нельзя наследовать нетлению, то есть плоти и крови, то и в духовное седьмое тысячелетие от сотворения, в символическом смысле в Его субботу, Шаббат, в Его покой войдут только Христовы в духовных телах, подобных Его славному телу. Все участники первого воскресения. Помните, как Иисус говорил, что Сын Человеческий есть Господин и субботы. И в десяти заповедях субботе, как седьмому дню, посвящена особая отдельная заповедь. Помни день субботний, чтобы святить его. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. И седьмое тысячелетие будет благословлено и освящено Богом, будет наполнено покоем, наслаждением и радостью. Теперь дальше обо всех прочих людях сказано. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончатся тысячи лет. И в этой программе хочу затронуть еще один важный этап, описанный в 20 главе книги Откровения, который произойдет уже после тысячелетнего Царства Христа, но перед вечностью. Этот важный этап – суд у Великого Белого Престола. Кого же будет касаться этот суд? Он будет касаться всех прочих умерших людей, которые не оживут в первое воскресение. И еще в 20 главе сказано о дьяволе, который будет скован и низвержен в бездну на все седьмое тысячелетие, чтобы он не прельщал спасенные народы, которые войдут в это тысячелетие. Но почему же он сразу вместе со зверем и лжепророком не будет брошен в озеро Огненное при втором пришествии Иисуса Христа?
Потому что по окончании тысячи лет он будет освобожден на малое время и выполнит свою последнюю задачу. Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань. Число их, как песок морской. Все говорят о том, что сатана будет выпущен из бездны, чтобы обольщать народы, которые будут населять землю. Но если придерживаться разобранной выше схемы, что седьмое тысячелетие будет иметь духовную природу, и что в него войдут только ожившие Христовы, то есть участники первого воскресения, то, конечно, дьявол выйдет обольщать не их. Он выйдет обольщать всех прочих умерших людей, которые будут находиться на четырех углах земли, то есть в земле. Ведь дальше будет сказано: «Отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый». Все прочие умершие воскреснут только во второе воскресение, уже после тысячи лет мессианского царства. И число таких воскресших умерших будет действительно, как песок морской. Многие из них вновь пойдут за дьяволом против Бога и его святых. И о них сказано: «И вышли на широту земли». В греческом переводе «они взошли, поднялись на широту земли». Я думаю, что здесь имеются в виду «поднялись из ада, из земли». «И окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол, прельчавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Только после этого последнего обольщения всех прочих умерших дьявол будет навечно брошен в озеро огненное. И только после этого все мертвые предстанут на последний суд. Вот как описано это событие. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Все мертвые предстанут тогда перед Богом и будут судимы по своим делам, которые записаны в книгах. Ничего на этом суде не будет упущено или забыто. Всезнающий, совершенный и праведный судья будет судить каждого человека, когда-либо жившего на земле. И хочу здесь сказать, как мне кажется, еще одну очень важную вещь. Большинство христианских проповедников говорят о том, что все судимые на этом суде не христиане, люди, которые не уверовали при жизни в Иисуса Христа, которые не ходили в церковь и не принадлежали какой-либо деноминации, гарантированно пойдут в вечную погибель. Мне кажется, такое мнение подобно притче о фарисее и мытаре. Многие мирские люди на этом суде по совершенным ими делам будут выглядеть намного лучше многих и многих так называемых верующих. На этом последнем суде каждый будет судиться по делам, совершенным при жизни, что он делал, живя в теле, зло или добро. Результатом этого суда являются слова: «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Значит, на этом последнем суде у Великого Белого Престола будут и те люди, кто будет записан в книгу жизни, и они пойдут в жизнь вечную. Мы знаем, что Господь не смотрит на лица, но смотрит на сердце человека. И вопрос спасения – это только Его прерогатива и Его преимущественное право. Только Он, праведный судья, будет решать, кто из людей войдет в вечную жизнь, а кто пойдет в вечную погибель. Я думаю, что именно этого последнего суда касается притча, рассказанная Иисусом в 25 главе Матфея,
где сказано, что «когда Сын Человеческий сядет на престоле славы Своей, соберутся перед Ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую». Дальше сказано о злых и добрых делах людей. И в конце «и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Я думаю, что многие люди, которые старались жить по правде, старались делать добро другим, не делали зла в любых его проявлениях, жили честно, будут спасены Богом и войдут в Его вечное царство. Кроме этого, сколько людей жили до пришествия Иисуса? Сколько людей чисто физически не могли слышать о Христе? Но они старались жить по совести, делая добрые дела. Сегодня наш мир невозможно представить без врачей, ученых, строителей и многих-многих людей, имеющих разные другие важные специальности и профессии, необходимые для жизнедеятельности каждого. И существование мира всегда находится в руках Бога. Ведь сказано: «Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Поэтому не только верующие люди войдут в вечную жизнь. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога. Но теперь хочу взглянуть на этот вопрос и с другой стороны. Сколько верующих в Бога людей являются такими по своей духовной сути? Немногие ли из них лицемеры и притворщики, которые только внешне такие? Ведь большинство только называют себя христианами, идя общим пространным путем и живя этим миром. Сколько номинальных христиан среди них? Много ли христиан действительно наполнены Духом Христа? Во многих ли живет сам Христос? Вы сами знаете, что таких немного. Но если человека можно обмануть, говоря, какой ты святой, то Бога обмануть невозможно. Ведь сказано: «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет. Поэтому большинство номинальных христиан, живущих сегодня на земле, будет оставлено Богом на великую скорбь. И если не изменится в это время, то через 1000 лет предстанет на последний суд по своим делам. Ведь вспомните, что Иисус говорит, обращаясь к Фиатирской церкви, к христианам, которые таковы только по наружности: «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью. И уразумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Иисус Христос, как праведный и совершенный судья, смотрит в самое сердце человека и видит все, поэтому воздаст каждому по делам его. Также он говорил и фарисеям, которые только по наружности были такими: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. И вот об этом же говорят слова Иисуса: «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Поэтому суд у Великого Белого Престола, который произойдет перед наступлением Вечного Царства Бога, будет абсолютно справедливым, где каждый, кто воскреснет только во второе воскресение, предстанет перед Богом со своим земным багажом дел, записанных в книгах. Что произойдет после этого суда у Великого Белого Престола? «И смерть, и ад будут повержены в озеро огненное». Это смерть вторая.
и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Интересно заметить здесь. Многие говорят, что после суда у Белого престола осужденные пойдут в ад. Но как можно увидеть из этих строк, смерть и ад будут повержены в озеро огненное навечно. Перед вечным царством Бога все враги будут положены к ногам Мессии. И как говорит Павел, последний же враг истребится смерть. Итак, смерть вторая – это когда смерть и ад будут брошены в озеро огненное. И те люди, кто не пройдет суда у Белого престола, кто будет осужден на нем, будут брошены в это же озеро огненное на вечное мучение. О чем говорит Откровение? «Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая». Не говоря уже об убийцах людей или животных, даже участь всех лжецов будет в озере огненном. То есть смерть первая – это физическая смерть человека, когда умирает только его тело, а душа сохраняется для суда. Как сказано, человеком положено однажды умереть, а потом суд. Но после этого последнего суда для тех, кто не пройдет его, будет и смерть вторая, когда уже и душа, и тело будут ввержены в гиену огненную, в озеро огненное навечно. Как говорил Иисус, «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Вторая смерть – это вечная погибель, куда будут брошены смерть, ад и все те люди, кто будет осужден по своим делам, совершенным при жизни, осужден на суде у великого Белого престола. В вечное царство Бога не войдет уже ничто нечистое. И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. А вне псы, в переносном смысле, это бесстыдный человек с нечистыми мыслями, и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. И Павел пишет, ни блудники, то есть развратные, ни идолослужители, ни прелюбодеи, те, кто изменяет своей жене, ни малакии, это нежные мужчины, пассивные гомосексуалисты, ни мужеложники, тоже гомосексуалисты, ни воры, в том числе и воры из госбюджета, ни лихаимцы, люди, берущие взятки и мзду, ни пьяницы, ни злоречивые, то есть клеветники, мошенники, ни хищники, то есть грабители, Царство Божие не наследуют. В общем, большой список дел, которых в глазах Бога и Его абсолютной святости и праведности есть мерзость, нечистота, неправда и беззаконие. Делающие такие дела люди будут осуждены на суде у Великого Белого Престола и будут брошены в озеро огненное на вечное мучение. По всей вероятности, умершие люди, предававшиеся при жизни таким делам, уже сейчас содержатся в аду. Но все равно я уверен, что будут и те, кто жил просто и по правде, кто делал добрые дела и чьи помыслы были чисты. Такие люди и добавятся к участникам первого воскресения и войдут в вечность. Вот такие размышления о суде у Великого Белого Престола, который произойдет перед наступлением вечности, вечного Божьего Царства. А мы должны жить достойно звания христианин, в ком живет Дух самого Иисуса Христа. Думать и поступать так, как Он поступал, и помнить о том, что все Христовы, омытые и оправданные Его кровью, которые сподобятся стать участниками первого воскресения, не будут судимы на этом последнем суде. Как сказано, «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет». И все они, минуя этот суд, перейдут в вечное царство Бога, названное Новым Иерусалимом. Ведь Иисус обещает побеждающему: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего
и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Будем же стремиться быть побеждающими. Будем полностью доверять Христу свою жизнь. Будем сидеть у Его ног, слушая Слово Его. Будем сокрыты Духом во Христе. Будем ожидать Его и без сомнения верить в свое спасение. До встречи!